Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, пойду-ка я сегодня, наверное, опять поиграю за зомби. Я хочу сравнять, чтобы у нас было одинаково с растениями по уровням. Так, и у нас загони мяч в лунку. Орех, как всегда. Поехали, будем играть за разгрома. Надеюсь, у нас получится его победить. Так, что мне тут надавали? Ё-моё, целую кучу всего. Я не знаю, может быть. Ну, давай вот это поменяем. Блин, у нас с тобой опять нету ранней игры. Так, ход растений. Что он там будет? Ничего не стал делать. Никого не посадил. Очень интересно. Так, теперь начинаю я, ребят. Ну, давай посадим вот этого паренька. Чем он ответит? Ничем? Очень интересно. Получил тогда в лицо за это? Сумоист. Ну-ка, давай его вызовем. Че он там копит карты-то, а? Да ладно. Цветочек, угомонись, пожалуйста. Иди сюда. Мы сейчас с тобой разберемся здесь. Так, погоди-ка, я могу, знаешь, что сделать? Воу, все зомби... Давай. О, так будет лучше даже. Получи. Так, пока все целые. Но у него там рука полностью забита. Давай сюда вызовем охотника. И пропустим пока. Так, задумался, да, чувачок? Почему задумался? Вот ты что задумал. Нет, парень, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Поехали, ребята. Ох, сейчас мы ему навтыкаем. Так. Так. И вот так. Что он там вытянул? Карту какую, я не знаю, ребят. Ну давай тогда вот этого поставим. Пропускаем ход. Чего-то никого не выставляет. Это очень странно. Сейчас сделает, наверное, неуязвимость себе. Повесит на себя защиту, скорее всего. Ох ты, уничтожает зомби. Так, а у нас сколько с вами? 6 урона в лицо, да, ему? Прилетит. И я не против. Так, остается 3 единицы хп у него. 3 единицы хп. Но... Так, у него сейчас, ребята, еще блок сработает. Это, конечно, не есть хорошо для меня. Ну что-то там, орех. Заерзал. Я ведь знаю, что он прикалывается. А что ты именно сюда поставил? Зачем? Охотник, конечно же, ловит. А он перемещает на случайную, да? Вот гаденыш. Вот гаденыш-то где, а? Так, срабатывает у него защита. Ну, естественно, становится неуязвимым и вытягивает карту. Вот сейчас начнется самое веселье, ребят. Сейчас будет тут все заставлять своими этими персонажами. Наверное, я так думаю. Давай-ка вот так вот призовем этого спортсмена. Ну, слушай. Так, а если я... Блин, пока ничего не буду делать, ребят. Посмотрим, что он будет делать. У нас с тобой есть вот такая штука. Мы сможем убить любого, у кого меньше 2 атаки. А он вытягивает стен орех. Его мы уничтожим в легкую. Нам 3 единицы всего лишь в лицо ему дать, и все. О, этого тоже уничтожим. Вот с помощью этого баллончика. Если он, конечно, ананас не позовет. Фу, что-то занимается какой-то ерундой. Ага, вызвал все-таки, да? Это не поможет. Это тебе не поможет. Все, ребята. Поехали. Раз и два-с. Господи, наконец-то. Наконец-то я его забомбил, ребята.
Я до этого пытался его побить, и у меня не получалось. Будем честны. Ох ты, 50 билетиков. Ну что же, давай смотреть, кто следующий у нас будет. Я также, наверное, буду продолжать. Травяной кулак. Это Бонг Чой. Собственная персона. Пришел сюда. Ну, в принципе, меня устраивает. Вот эту только поменяем. Во. Ну что, ребята, есть рука ранняя. И это классно. А он делает добор. Вытягивает две карты. Не нравится мне, когда он начинает вот добором этим заниматься. Так, ну что, давай вот этого, наверное, поставим сюда. Смотри, что делает, а? Ладно, жучара. Как у него так быстро срабатывает блок? Я всего 4 урона нанес, у него уже все, ребят, заполнилась шкала. Давай вот так вот сделаем. У него там рука, офигеть, вся в картах, просто вся. Ну, давай. Что он будет сейчас, усилять? Или орехи ставить, что-то там? Нет, ребята, вызвал какой-то... Какой-то, блин, вот тебе и какой-то. Вызвал подсолнух, который сейчас уничтожит всех моих здесь ребятулек. Что нам с тобой сделать тогда? Ну, мы можем с тобой сделать вот так и вот так. Блин, у меня карт все меньше, меньше, меньше. А у него там, ё-моё, все больше, больше, больше. Ох, хо-хо-хо. И знаешь, такое впечатление, как будто он не знает, какие у меня карты. Что? Неуязвимость получил? Еще и ржет, а? Ну вот ты хочешь сказать, что он не знал, что у меня здесь, да? Конечно, не знал. Все он прекрасно знал, ребят. Трындец. Офигеть. Как я тут должен разобраться с ними? Ладно, я поставлю вот так. И вот так. Сейчас опять же как-нибудь выхитрится. Уничтожит мне. Орех, например, поставить. Ну почему бы и нет? Почему бы не поставить орех, а? Так, мы можем с тобой... Все зомби получают. О, все зомби получают. Давай. И прочерк. Зачем нам прочерк, ребят? Нам прочерк не нужен. Так, 1 плюс 3. 1 плюс 3. Ну давай. Так, поехали. У него шкала, конечно, заполняется. Просто офигеть как по сравнению с... Оу, хо-хо-хо-хо-хо. Блин, или лучше этого? Давай этого, наверное, уберем. Потому что тут орех этот тупорылый стоит. Мешается только мне, понимаешь? Так. А, мы еще подросли маленько. У меня всего две карты в руках. Конечно, капусту надо вызвать, конечно же. Вызвать капусту. Слушай, я ведь могу два удара нанести, так ведь? Хм, или вот это вот чудо уничтожить. Поехали. Уничтожим эту капусту. Уничтожим с тобой орех. Я все-таки сделаю вот так вот. Погнали, друзья мои. Минус. Еще в лицо. Смотри, смотри, у него сработал, блин. Уже сколько у него сработало? Бонусную атаку проводит. Ё-моё, у нас с тобой 5 хп, у него... Оу, спасение, кажется, мое пришло. Наверное, надеюсь. Так, что мне за карту подкинут? Слушай-ка. Слушай-ка, совсем неплохо. Он даже ничего не стал делать, ты прикинь? Ну, пока, роднулька. Офигенно. Блин, классно. Мне понравилось, как мы тут с тобой сыграли. Очень великолепно.
Ну что же, двигаемся дальше. У нас ядрить на корень. Третий бой. Так, подожди, это я не то нажал. Погнали. Опять этот орех. Будь он не ладен, а. Ну что у нас тут хорошего, а? Вот это я уберу. Ой, ну что вы мне даете? Господи, ну зачем так-то? Трындец, надавали мне, называется, в руку того, чего не надо. Сейчас начнет, наверное, свои орехи, как всегда, выставлять. Он же ореховый король. Я его так называю. Слушай, а мы можем с тобой вызвать охотника? А он бронированного ореха сейчас поставит, смотри. Но мы можем вот так вот сделать. Оу, 4 в лицо, это неплохо. А он его сейчас будет уничтожать. Или не будет? Подозрительно как-то. Слушай, нам надо было вызвать вот этого, наверное, все-таки. Он нам прибавку дает, да? Спито... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай его сюда, хоп. Так, а мы еще 1 и 3. 1 и 3. Хм. Давай вот так вот, наверное, на этого конфетку применим. Хопа, он становится 4-4. Как у него шкала заполняется у этого ореха? Я не понимаю, с каким, блин, оу. А вот это-то, кстати, очень хороший чувачок. Давай еще вот так вот сделаем. Знаешь, да, кто этот? Этот уничтожитель у нас растений. Герой становится неуязвимым. Ну, естественно, кто бы сомневался. Так, мы сейчас с тобой вот это... Упс. А, прикроешь, да? Ведь прикроешь, отлично. А этого мы уничтожим. Давай, 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 свои орехи. Вот так вот. Слушай, о-ля-ля. У нас все... А, он же неуязвимым становится. То есть в холостую просто мы с тобой бомбанули здесь. Опачки. Опачки. Давай, родной йети, что-нибудь хорошенькое подкинь. Ух ты, это что такое? Это в первый раз вижу, ребят. Что за карта? Территория охоты. Зомби здесь обладают способностью охота. Когда зомби попадает на эту линию или покидает ее, он получает +1/+1. Оу. Так. +1/+1, да, значит, нам выгодно с тобой выставлять. Угу. Так, а мы же можем с тобой что сделать? Да ничего, здесь мы ничего не будем делать с тобой. Бамс. Естественно, у него сразу блок срабатывает. Он вытягивает стенорех, ставит. Кто в этом сомневался? Никто. Так, этот улетел у нас, да? Так, захилять его, что ли, а? Хильнуть, как думаешь, или не надо? Нет, наверное, мы все-таки с тобой вызовем сюда йети, пускай нам дает карту. Ох, шикарно. Поехали. Этого мы уничтожим. Если он сейчас что-нибудь опять такое не сделает, значит, пакостное, мерзко пакостное, чтобы... Так. Твою же маковку. Что мы с тобой сделать можем? Можем мы этого уничтожить? Я считаю, что это будет оптимально. Давай уничтожим фасоль. И все, больше мы ничего сделать не сможем, к сожалению. 3 в лицо только прописать ему. И все на этом, 3 в лицо. Так, давай дальше думать. У нас есть йети, кстати. Йети я выставлю, да, вот сюда. Давай карту, пожалуйста, вытягивай мне карту. Неплохо. Давай смотреть дальше. Слушай, ну бойцы неплохо у меня прокачали. 6-1, правда, здесь, ну. Да ты запарил уже своими этими. Опачки. Опа, пули. Он его улучшает. А мы можем, знаешь, что сделать? Переместить это растение, да? И вытянуть карту.
Слушай, так я так и сделаю. Я перемещу его. Так, подожди, подожди. Ужас. Да что ты? Вот сюда мы его переместим с тобой, чтобы он нам не мешал. 5 в лицо получит, так ведь? Какой там... А, ну да, 5 в лицо. А этот у нас минус один делает. А зачем мне тратить на него, согласись? Это невыгодно. Все, ребята, он проиграл здесь. В лицо. Чё? Герою и себе? Трындец. У него 5 хп, друзья мои. Этот улетает. Так, 4. Что делать-то будем? Вызываем йети, во-первых. Карту, давай, хорошую карту. Ох, это что такое? Уничтожение при нанесении урона любому растению плюс 1 при уничтожении любого растения. Чё он несёт? Чё он сказал? Так, медик. Медик, давай сюда. Хиляй. Окей. Ребят, ну 5 здоровья у него всего. 5, ты понимаешь? Сюда не ставь, пожалуйста, никого. Пожалуйста. У нас с тобой нету. Ну, конечно. Конечно же он выставляет какого-то бусурмана, который, по-моему, получает... Ну, да. Он получает урон. Так, что нам тут выпало? Лечение. Зачем мне это лечение здесь? Так. Он сейчас будет докалывать меня. Понимаешь? Этот улетает. Слушай, теперь проблема. Как вот его уничтожить мне? Так, друзья мои, я не знаю. Давай попробуем, наверное, вот так вот поставить сюда акулу. И что же нам сделать? Вот этим призраком. Давай здесь попробуем бомбануть. И вот здесь вот нам нужно прикрыть свои тылы. Ну что, ребята, уничтожать будет акула у меня. Вот 100% говорю, будет сейчас уничтожать меня акулу. Блин, каких-то 5 единиц урона не могу найти. Ну, естественно, друзья мои, ну кто, блин, в этом сомневался бы, а? Он еще орех тут поставил, какой-то бриллиантовый, или какой он там, фиг его знает. Брынчало это тут. А что он делает, я не могу понять. Тихо. Так, я могу... Оу, я могу вот этого убрать. Ну, лучше... Кого тут лучше убрать, блин? Вот этого, а этот будет тоже расти. Не знаю, ребят, я думаю, этого, наверное, надо убрать отсюда. Чё ты там раскрутился? Чё, он атакует еще меня? Опа. Солидная карта, кстати, выпала. Солидная, друзья мои. И давай сюда йети вызовем. Карту, гони мне карту. Кто такой, что он делает? Наносит 2 единицы урона всем растениям. Оу, а это эволюция зомби. Блин, всем растениям 2 единицы урона. То есть и этот получит сонный, да? А, мы же его уберем. Точно, ребята. Мы его уберем. Хе-хе. Ты запарил уже атаковать-то меня там? Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот сюда поставим. Вот так вот. Все, друзья мои, давай сейчас этот вылазит. Мы уничтожаем вот эту вот фигню. Да, конечно, отражение урона, ведь так я понимаю, ребят. Слушай, а ты не запарил ли, а? Вот этого нам нужно убрать. По любасику. Так, дальше мы с тобой хильнемся. Конечно же, хиляться надо, друзья мои. Так, что он там получит? Блин, да он нифига не получит. Угу. Слушай, а ты не оборзел ли, а? Вообще тут в корень. Атаковать-то меня, блин. Посмотри, что он творит. Трындец, 4 хп осталось. Есть! Есть, ребятушки!
Вот что я называю отличная игра. Хорошо, что здесь был у нас этот... Как он там, гнев или что? Он, короче, убил этот орех, а потом бомбанул у него. Фух. Ой, трындец какой-то. Только розы тут еще не хватало. Ладно, ребят, ну, понимаешь, вот... Чем сложнее, тем, по идее, лучше, но... Иногда просто нервы не выдерживают. Серьезно тебе говорю. Поехали, я ничего не буду менять. Я знаю, что эта роза любительница превращать моих героев в козлов. Как-то не странно звучит. Так. Ну посмотрим, будет кого-то ставить. Нет. Хорошо, мы с тобой начнем, пожалуй. Так, Гаргантюа стоит на один меньше. Ну давай, выходи. Правда, у нас с тобой Гаргантюа нету. Ну, в козла, естественно, ребят. В кого он еще может превратить? Конечно же, в козла. Получи тогда в лицо от козла. Так, будем вызывать с тобой охотника теперь. О, шарик, это хорошо. Давай, охотник, выходи. Будет преследовать свою цель. Ну, даже не надо преследовать. Блин. А, мы сейчас уничтожим ее. Мы уничтожим, ребята, с вами. Вот так вот. Опа. Найс. Так, а козла мы с тобой можем еще и улучшить. На. Оу, рестлер. Так, нам медик пока здесь не понадобится. А вот этого вполне можно вызвать. Ну что ты там? Блин, а вот это плохо, ребята. Давай, давай, вот сюда замораживает. Я думал, его заморозит. Так, сколько здесь? Минус два, минус два. Пошел отсюда. Нечего здесь тебе делать. Поехали, ребят, четыре в лицо. На. На, защита сработала. Карту вытянул какую-то там себе. Хитренькую. Слушай, я не знаю, призрака я не хочу ставить пока. Ну что там думает? Что думает? Так, по идее, ребята. Ой, опять выстрел, а? Сейчас сюда переметнется. Блин, сюда переметнется. У нас с тобой есть... Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Уже ничего. Мы выставили свои карты. Поехали. Этот отхиливает, да? Сколько урона наносит, столько и отхила делает. Давай бомбанем. Да что вы мне мешаете? И еще разок бомбанем. Все. Поехали дальше. Уничтожает зомби. Почему-то не козла даже. Ага, в случайного превращает. И в кого же? В амфибию. Окей. Слушай, достал уже. Так, зомби получает минус 2, минус 2. А у нее с картами проблема, кстати. С картами-то у нее проблема. Угу. Так, давай вот так выставим. Слушай, ну... Нет, не буду я пока хиляться. Не знаю, кто там у него будет. Так, ну этого я растопчу. Этого я растопчу. Или этого лучше бомбануть? Так, нам нужно нанести 9 урона. Давай вот эту, короче, трихомудию уберем с тобой. И поехали. Так. Тут обмен. Окей. Мы можем с тобой сделать вот таким вот образом. Давай, хиляй. 2-2. И одну карту я все-таки приберегу. Уничтожает зомби на земле. Ну давай, давай, еще карту выстави, пожалуйста. Выстави, выстави. Слушай, не оборзела ли ты вообще тут в корень-то, а? Роза, блин. Получи. Блин, ребят, напрягает она меня. Так, у нас неуязвимость. Давай вот так вот сделаем. Мне больше выставлять некого. Понимаешь, да? Понеслась. Так. Так. Блин, сработает защита. Ты понимаешь, да, о чем я?
Сработает защита. Я ничего менять пока не буду, ребят. Ну, получим 3 в лицо. Так, смотрим, что там выпадает. А, все, поздно уже. Вот тебе и вся роза на куче навоза. Фух. Ну, а мы движемся с вами дальше. Последний у нас бой. Как всегда, будет орех против нас. Это уже будет боссом. И там будут определенные условия для победы. Посмотрим, какие. Ох ты, ох ты. Так, вот это я, наверное, уберу пока. А эти, наверное, я оставлю. Внимание, на старт, побей босса. Орех в доспехах начинает игру с плюс 20 единицами здоровья. Зато у него минус 4 карты. Самое время его расколоть. Это намек какой-то? С одной карты он начинает. Да он сейчас наберет себе столько этих защиты. Ничего не стал делать, странно. Поехали, в лицо. Так, дальше. Он потихоньку сейчас наберет карты, ребята, наберет. Только шорох будет. И стопудово какие-нибудь орехи у него там будут. Ничегошеньки не тратит. Сейчас первая защита у него сработает. Сумоист. Давай вот так вот поставим. Мне кажется, здесь я продую. Уже просто, ну, предчувствую просто-напросто. Вот у него сработала первая защита. У него уже карт там в руке целая куча. Так, медика мне дали. А я выставлю вот этого йети себе. Хочу заняться добором карт. Ох, шикарно. Ну просто шикарно, ребят. Ну ты видишь, да, что он делает? Ты видишь, что он делает? Началось. Сейчас будет в меня отражать весь урон. Трындец просто. Сколько наносит урона он? 2 единицы. Я могу его уничтожить, кстати. Я только сейчас понял, что я могу его убрать отсюда. Но уберем мы его после. Вначале вызываем, опять же, йети. Что там нам даст? О, вот эта карта отличная, ребята. Против этих орешков она заходит только в путь. Так, а он стенорех вызывает. Добор карты, естественно, делает. Но это уже борзость. Вот это уже борзость. Так, давай-ка мы с тобой вот этот уничтожим. Слушай, мне кажется, он готовит ананасовую атаку. Понимаешь, что такое ананасовая атака? Все, у него щитов нету. А это говорит о чем? Что мы его должны запинать как можно быстрее. Как можно быстрее. Так, выставляем вот этого и нашего дорогого йети. Опа, что нам там? О, хорошая карта. Хорошая. Понеслась, ребята. Сейчас как бомбанет чем-нибудь. Всех растений моих поуничтожает. А он может такое сделать. Так, восстанавливает здоровье всем. Это не спасет. Это тебя не спасет, парень. А почему не йети? Вот этого, пожалуйста, уберите отсюда. Вот этого вот, ага. Спасибо, бобрики. Хорошо постарались. Так, ну что, понеслась. Ох, сейчас мы ему тут навтыкаем. Почти сравняли хп. Ну как почти, у нас было 20 когда-то. Когда-то. Давай вызовем 2 йети тогда. А, у нас не хватит, да? Панкуша выпал. Панкуша. Вот этого вызовем. Потому что они оба тут с питомцами. Но это еще не конец, ребята. Это еще далеко не конец. У него только 21 хп. То есть еще все в самом разгаре. Ну вот, вот об этом я и хотел сказать. Сейчас начнется. Пим-пим. Бумс уничтожил, гад. Так, сколько у него там? 4, да, хп останется? 4, но это 4 хп в броне. Об этом тоже не стоит забывать. Кто бы нам здесь с тобой помог? Хорошо, м?
Ну, я думаю, что медикам... Давай так сделаем. Что там нам за карту? Опачки. Так, и... Блин. Как бы нам сделать-то здесь получше так, а? Медика вызвать. Ну, как вариант, давай вызовем медика. И захиляемся. Так, понеслась. Что он там задумался опять? Сейчас еще такого же вызовет, да? Так что, ребята, с этим орехом, как говорится, всегда нужно быть начеку. Ну, я же так и думал, что он еще вызовет одного такого же, а? Офигеть просто. Сейчас мозги будет меня выносить все, прикинь. Так, давай думать теперь, что нам еще здесь можно с тобой предпринять. А он в этот момент, естественно, делает доборы. Так, давай вот так сделаем. Я даже не знаю, что, как лучше. Давай, наверное, йети выставим с тобой. Что нам за карту вытянет? Слушай, а таких карт у нас с тобой уже дофигища. 3-5, 3-5, давай выставим. Ну, понеслась, блин. Сейчас выставит еще одного такого. Я не удивлюсь, ребят, если он еще такого выставит. Вообще, заполони тут все полностью ими. А что? Или восстановит здоровье. Такое тоже может быть. Зачем он этого вызвал сюда, дурика? Ну ладно, твое дело, парень. Окей. Так, плюс 4 получает, да? При перемещении. Не нравится ему мой йети. Поехали, ребят. Так. Ну, с этими ребятами мы уже почти разобрались. Вот с этими. Тут обмен. Видишь, как он подчищает мне ряды. Вот так вот, ребята. У него 3 карты всего. Кстати, это хорошо, что у него 3 карты. Потому что мы с тобой сделаем вот так вот. Вызываем йети. Достаем с тобой карту. О, кошатница. Так, при использовании питомца. У меня питомец... Вот это питомец или нет? Рев динозавра, не знаю, ребят. Давай вызовем сюда панкушу. Окей. И... Блин, давай сумоиста. Нет, сумоиста не будем пока делать. Кошатница, кстати. Да нет, все-таки вот этого поставлю сюда. И сделаем добор. Сделаем с тобой добор карты. О, медик. Ох, ничего себе, у меня карты прапались. Смотри, ребята, в руке карты прапались. О, видишь, восстанавливает здоровье. Я тебе говорил, что будет лечить своих? Будет. Уничтожает зомби, естественно. 5 в лицо-то хочет зарядить. Поехали. Так. Это, конечно, глупо. Кстати, вот эта вот хорошая карта нам пригодится. Пим-пим-пим-пим. Достал ты уже в корень. Просто в корень, а. Так, йети нас покидает. У меня уже карт некуда будет вставить. Ну что, пошла мазута. Вызовем с тобой, наверное, вот так. Медика я пока ставить не буду. Вот этого сумоиста сюда поставлю. Специально я его поставлю, ребят, и йети. Сумоист, чтобы смог кого-нибудь переманить. Выпал козел мне. Еще, так, 6-6 он стал. Ты прикинь, вот этот наездник. Ох, ему сейчас жаба-то будет душить. Что? Ваш друг занят, повторить попытку позже. Что? Так, куда бы нам его убрать? И нужно ли нам его убирать? Вот в чем вопрос. Давай, наверное... А, тут еще и орех стоит. Орех, он туда убери, пожалуйста. Вот так вот.
Так, и мы с тобой что можем здесь сделать? Вот так вот. Верно? Верно. Так, здесь мы уничтожим и пробьем. Поехали. Так. На. В ответку еще удар. Так, этого уничтожаем. Да-да-да. Слушай, по-моему, ему пришел конец, друзья мои. 8-3. Ё-моё. А я, знаешь, что сделаю? А я вот так вот сделаю. Пускай парень живет. Он достоин этого. Ну что, все? Всплакнул? Откуда у тебя еще карта неуязвимости? Я не могу понять. Ты уже использовал вроде бы ее. Уничтожает зомби. Понятно. Орех выставил, да? Что мы можем здесь себе позволить? 2-2. Мы вот так сделаем с тобой. Погнали, друзья мои, погнали. А, он же неуязвим, блин. Я совсем забыл, думал, все, пришла его песенка. Одна карта у него всего лишь. Одна, ребята. Так, смотри, 4-6 атаки, да, здесь. Мы выставим, нет, не надо. Вот так, наверное. Блин, эта карта пригодится. Вот. Что я тут думаю-то? Кошатница нам здесь поможет. Иди ты со своими орехами в пень. Духу их здесь не было. Выставил он мне, думает, все, ему можно. Конечно. Так, и подлечимся. А почему бы и нет? Поехали, друзья мои. На. Как же ты меня достал, орех, а? Слов моих больше нет на него. Отлично, друзья мои, просто великолепно. Так, мне выпадает конфетка. Я ее обязательно применю. Да-да-да-да-да, вот против этого ореха. Вот так вот я сделаю. И понеслась дальше песня. Так, ну что ему там? 6 в лицо пропишем, да, друзья мои? Так, так. Этого шитика мы уберем. О, еще и курочка. Ну что, козлик, будь добр, поработай, пожалуйста. Размещает стен орех. Давай, давай, размещай. Ой. Что? Что? Это что было сейчас, блин? Друзья мои, это ч... Это не охренел ли он, а, случаем, блин? Так, мыши летучие. Так, а ты что у нас делаешь? Гаргантюа стоит, понятно. Т... Офигеть, я тебе могу сказать. Вот это он, да. Вот это он сейчас вытворил мне тут фокусы. Вот это ты зря сделал, парень. Это ты зря сделал. Уничтожаем нафиг. Вот так вот. Так, и нам нужно с тобой сделать что? Плюс один, плюс один. Давай. Вот так вот, отлично. Поехали, ребят. Чё, орех? Забздел сразу же, да? Блин, жалко, что он нас покидает, жалко. Так, ну что, мы с тобой уберем. У него 5 хп, да? 5 хп. Убираем с тобой здесь. И вызываем йети. Опачки. Опачки. Будем вызывать? Будем. Поехали. Этого мы уберем с тобой. И этого тоже. Нет, вот этого уберем. Что он там их усилил? Так, переместите растение и получите карту. Угу, и получим карту. Давай-ка вот сюда его. Вот сюда, убери, пожалуйста. Солидно.
Опачки, смотри-ка, нам сегодня везет, как никогда. Понеслась. Да, здесь, конечно, не уж. Один удар ему, всего лишь один удар. Я надеюсь, что он сюда не поставит никакого ореха. Ведь он может же. Подожди, лучше Гаргантюа сюда поставить. Пускай он вытягивает нам карту. Может быть, заклинание вытянем. Есть. Ну что, ребята, если он сюда поставит кого-нибудь. Ставит, а. Он взял и поставил. Да я даже не знаю. Ну давай вот сюда вот установим. Ох, как замечательно. Поехали, ребята. Ну, у него одна карта. Он в любом случае здесь уже ничего не сможет сделать. Ну ты пойми, ну если он сейчас сделает, это будет просто трындец. Значит, у нас свободная полоса. Вот, а, здесь занят у нас здесь. Опачки. Опачки. Ты знаешь, что это такое? Я думаю, ты знаешь. Теперь мы вызываем с тобой еще медика сюда. Опачки. Дальше вызываем снежного человека. Давай, родной, вытягивай мне карту. Я сейчас не удивлюсь, если у него еще вот эти вот стены орех, или как он там вызвал гиганта этого. Все, он приплыл, друзья мои, он приплыл. А почему? Смотри, я могу уничтожить любой орех. Любой. И я уничтожу, пожалуй, вот этот. Все. Ну как вам, ребята, такая игра? Как вам его подляночки, а? Вызвал орех, затыкал всеми, и я справился. Ну, поверь мне, вот этот вот Йети очень круто нам помог. Потому что у меня постоянно был добор карт. В общем, благодаря ему. А у нас дальше будет, ребята, безумное. А, грибное безумие. Но это уже будет в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.